Привет всем! Сегодня мы готовим пасту из авокадо. Вот вы видите, у меня здесь авокадо. Нам понадобится лимон, соль и, естественно, оливковое масло. Также в нее добавляют перец, но перец я не добавляю. Пасту из авокадо принято есть на завтрак. Обычно ее едят как аперитив с хлебом, с какими-то хлебцами перед основным приемом пищи. Вот вы видите, у меня здесь 3 спелых авокадо. Авокадо я покупаю на рынке. Одна штука авокадо стоит от 1 до 2 лир, зависит от размера. Мы покупаем их еще не спелыми, и дома они созревают. Вот видите, они становятся вот такие вот, такими вот мягкими. Ну что, давайте приступим. Сначала мы помыли авокадо. Теперь их нужно почистить, отделить мякоть от кожуры и косточек. Авокадо мы отделили от, мякоть авокадо отделили от косточек и кожуры. И теперь будем добавлять оливковое масло, лимон и соль. Оливковое масло мы используем холодного отжима. Натуральное оливковое масло, очень насыщенное. 2 литра бутылку я покупаю всегда, потому что это экономично. И такая бутылка стоит порядка 30 лир в продовольственных магазинах. Если вы собираетесь покупать масло в Турции и везти его в Россию, то обязательно покупайте не в стеклянных банках, не в пластиковых банках, а в железных, чтобы масло не видела свет. Ну, я добавляю 3 столовые ложки. Дальше я отжимаю лимон. Косточки, конечно, от лимона тоже у нас попались, просочились, но их мы можем убрать. И далее я пользуюсь вот такой вот штукой, которую использую для того, чтобы приготовить пюре картофельное, но я пользуюсь ей и для авокадо. Вы можете использовать миксер или любой другой кухонный прибор, которым можно измельчить фрукты или овощи до состояния пасты. Или паста из авокадо готова. Я не люблю слишком размельченную. Я люблю, когда в муссе остаются, в пасте остаются еще маленькие кусочки авокадо. Так мне больше нравится, так она вкуснее получается. Поэтому паста из авокадо готова. Теперь ее можно кушать. Пасту обычно едят, намазав ее на хлеб, либо на хлебце. Но поскольку хлебцев у меня нет, поэтому пасту я буду есть вместе с хлебом. Пасту очень вкусно есть, как я уже говорила, на завтрак, либо на ужин, как какой-то аперитив перед основным блюдом. Вот такая вот вкусная паста из авокадо у нас получилась сегодня. Желаю вам приятного аппетита. Ну а самое главное, готовьте вкусную и полезную пищу. Я думаю, что все из вас знают, что авокадо — это очень полезный продукт. В нем очень много витаминов, масел, полезных для организма. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно кушайте
авокадо, делаете из него разнообразные салаты или вот такую пасту, как мы приготовили сегодня. Спасибо большое, что смотрели. Пишите обязательно в комментариях, понравилась ли вам паста из авокадо, любите ли вы авокадо. Если у вас есть какие-то другие рецепты, тоже пишите, будет очень интересно приготовить блюдо из авокадо по вашим рецептам. Подписывайтесь на мой канал, делитесь своими мнениями, а я желаю вам приятного аппетита!